улиц города в этом году исчезло 1500 незаконных рекламных щитов. Уже на этой неделе планируют ликвидировать еще порядка 40 баннеров. А вот сами собственники предписания от городской администрации выполняют неактивно. Добровольно убрали только 8 крупногабаритных щитов. Мэрия Самары напоминает, если владельцы нелегальной рекламы будут затягивать со сроками по демонтажу, в дело вмешается прокуратура. Что касается хозяев законных щитов, они будут обязаны на 18 дней в году предоставлять место для размещения городской информации. А анонсы концертов и частные объявления должны переместиться на специально отведенные для них информационные доски. Об этом напомнил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. В прошлом году мы реализовали с вами программу, установили доски для объявлений, которые очень хорошо работают, просто прекрасно. То есть там, где самые заклеенные фасады были, теперь они чистые. Я попрошу департамент благоустройства, комитет по рекламе подготовить программу соответствующую на следующий год вместе с администрациями районов. До Нового года это закончим, сделаем. Давайте еще 200 конструкций таких поставим. Это нам обходится не очень дорого для бюджета, там сумма несопоставимые с тем, что мы тратим на очистку, постоянную очистку этих фасадов. В ближайшее время пройдет повторный аукцион на 333 афишных стенда. Первый не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Теперь условия стали более выгодными. Стоимость снизилась почти в два раза. К снегам готовы на